котика помыть. Ну, закройте там. Зачем закрой? Ну, сейчас будем мыть тебя, давай. Да хороший котя у меня какой, а. Давай сюда, давай. Так, ой, какой как котя. Получится. Давай. Вот он какой. Сейчас, подожди. Вот зиму-то был на чердаке у меня. Мышек там ловил. Я голубей держу. Ну и привезли. Я его пытался тут стричь кожу. Это, много сильного у него тут шерсти. Хороший белый. Потом, ну, давай, давай. Так, подожди. Белый, белый. Беленький мой хороший, а. Да вот он хороший какой, а. Мы сейчас тебя грязь-то смоем, подожди. Белый, не бойся. Мы ему сделали жидким мылом здесь. Да красавец мой такой. Ну, на хвосте-то сколько у него. Все. А потом будешь гулять. Обслужим тебя. Хороший. Да хороший котя, да беленький такой. И они вот когда 20 градусов мороза, он совершенно свободно, там как белый медвежонок. Ну-ка, давай. Мы ему тут накрасили голову красным немножко, чтобы отличать от матери. Ну, а тут он с мамкой встретился. Мамка-то завязала его там, а тут он на крыше-то был. А на крыше что? На крыше земля. Там бегает. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай попробуем щеточкой. Вот он, лишнего уйдет с него. О! Да какой котя замечательный. Да молодец, он хорошо ведет себя. Передние ножки надо помыть. Ножки грязные, подожди. О! Ну! Да ты ничего не будет. Ну, все, 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 все. Все, 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 все. Ой, как щеточкой. Да замечательно так. Давай, голову тебе помоем. Голову помоем. Ты в деревню приехал-то? С городской грязью-то. Мы его привезли из Барнаула вчера. Потому что я уезжаю. Ну и он тут будет учиться. Мышек ловить. Так. Ну ладно, ничего. Ну-ка давай. Ой, как хорошо-то ему побудет, а? И мыло добавить еще? Нет, не надо. Ну, вода уже, видишь, какая темная. Котик, это вообще замечательный котик. Ну, это, ну, что он бегает по чердаку-то. Хвостик у него такой. Круто. Ну, давай тебе штанишки помоем. Ну, гляди, какой ты замечательный. Ему только сегодня у нас что, 10-е назад? 10 мая 2014 года. А будет ему где-то, надо посмотреть у него метрики. Это где-то он в июле родился. Ему еще года нет, месяцев 9-10. Но. Ну что, я думаю, все, наверное. Ну-ка. А потом чистой водой сейчас разведешь и польешь. А это вылить надо будет, потому что она мыльная. Ну, смотри, какой большой был, сделался тоще. Да. Хороший. Ну давай, выливай, главное. Больше нам еще есть. Выливай. Ой. Вот это. Ты что думаешь? Это окно. Ну и куда? Куда? Тут окно. Окно. Ты думал, что тут на улице? Нет. Сейчас мы тебя ополоснем. Чистой материей протрем. Да замечательный какой котя. Подожди, глазки помоем тебе. Голубоглазое чудо мое. Да ну. Готово. Готово, давай. Вот так. Подожди. Стой. Назад. Белый, котя. Давай. Вот так. Ну, белый. Давай, назад. Ой, скажи. Да хороший какой котя. Ну, давай, лапки помоем. Лапки помоем, подожди. Стой. Ну давай, подожди. Ну, давай, все, ну, да хорошенький мой, он может укусить, наверное, воду вытащить, теперь держи, сейчас я его буду, давай мы тебя, смотри, какая материя специально, ну, давай протрем, ну, все, воду убрали, ну, да смотри, как ты сразу, вот какой стал-то хороший, тут вода встала на доске, надо убрать. Ну давай. Вот как мы протрем. Давай, все протрем, головку протрем. Ой, да замечательный какой котя. Материю надо, наверное, взять, потому что в голову. Да, конечно, там просушим. Ну, пойдем домой.
Он у нас домой, дядя Володя, сопроводит. Там я на крючочке. Вот оно где, открывай. Ох, какой он голубоглазый. Глянь, какие глаза у него. Банный день сегодня, суббота. Потихоньку не упади. Он домой пойдет. Сейчас высохнешь, там мамка оближет тебя. Но тебя все любят. Смотри, какой закат сегодня. Ну, правда, холодновато. Обещает до 5 градусов мороза. А вон, смотри, парень тебя смотрит. О. Шарик, Зарик, наш Шарик. Мамка его пришла, смотри. Мамка пришла, глянь, какая красавица-то. Вот она сидит. Ну, смотри, какого принесли тебе сына-то, помытого. Ну-ка, помытого. Пойдем домой сейчас. Домой, 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 пошли. Пошли сюда, милая. Давай, заходи, Володя, сюда. Ой. Ой, смотри какой. Вот она. Помыли его. Но. Ой, ой. Мамка его тут сейчас залижет. Ой, я ее забегал. Как он перенес-то процедуру сию? Ну. Ну-ка иди сюда. Иди ко мне скорее. Да молодец такой. Давай, давай лишнее уберем с тебя. Ой, какой хороший. Подожди, подожди. Ой, молодец какой. Да хвостик ему, хвостик. Убрать лишнее. Ой, какая экзекуция для него это. Надо чистую, еще сухую тряпку дать. Вот он пошел. Ну, вот и помыли его. Вот и хорошо ему. Да, тряпку куда-то. Под столом его смотри. Да вот. Под столом. Ну и все, да? Все. На этом выключаю свет. Шторки можно закрывать. Закрывайте шторки. Давай, Игорь.